Безопасные дороги – так называются соревнования по основам безопасности и правилам дорожного движения, которые прошли в Елизаве. В них приняли участие ученики спортивных школ Елизовского района. Всего было 5 команд по 6 человек. Накануне учебного года напоминаем нашим детям, что надо соблюдать правила дорожного движения. Просим их, чтобы они своим родителям делали замечания, если они нарушают правила. Боремся за то, чтобы было как можно меньше дорожно-транспортных происшествий. Ребята на велосипеде преодолели полосу препятствий. Им необходимо было выполнить змейку, разворот в ограниченном пространстве и прицельное торможение. Данное мероприятие очень важно для Елизовского района. Накануне у нас 1 сентября, дети пойдут в школу. И важно знать безопасное движение, правила дорожного движения. За сбитые конусы или за то, что водитель помогал себе ногой, насчитывались штрафные баллы. Основной задачей было пройти полосу препятствий за наименьшее время. В качестве награды команды получили торты от Елизовской кондитерской, кубки и памятные подарки. У нас есть две приоритетные возрастные категории – это дети и люди старшего возраста. И сегодня в рамках безопасного дорожного движения нужно научить наше младшее поколение, как правильно быть в роли пешехода и как правильно быть в роли водителя. И заложить основы законопослушности и соблюдения правил и норм, которые сегодня есть на территории Камчатского края Российской Федерации. Кроме того, в рамках проекта «Лаборатория безопасности» сотрудники Камчатского центра детского и юношеского творчества провели для школьников урок и при помощи специальной машины показали, как безопасно вести себя на дороге и в автомобиле. Информационное агентство «Камчатка».